со слаймами. Эту пельменную жидкость надо сбадать 1 минуту. Иван, пошли. Все? Не, нужно пока позвонить звонок. Это как? Мы уже сбалдали 1 минуту, так что... Иван, стой. Сейчас. Иван, не колбойся, я это могу вставить. Мам, дай мне телефон. Надо опять сбадывать еще 1 минуту. Иван, не можешь поспать. Так, а ты за Иван. Мам, еще помогает. Пофиг. Мама, дай, помоги, мама. Так. Все, мама? Угу. О, какой красивый. Ладно, у нас оператор у мамы пока. Мама, все, мама? Ну, сейчас будем 1 минуту. Мама, все, мама? Мама, все? Подожди, все? Нет, 1 минуту. Мама, кося, еще надо. Так, мы уже перемешали, у нас с вами получился. У Иван похож почти, у меня хорош. Так что теперь бульонки. Еще по злобучке. Вы не подумали, что надо вот таких 2? Если двух хочет сделать. Опять, а сейчас можно посмотреть на инструкцию? А, это что он сделал в темноте. Ладно, поедем по воде. Мама, надо еще. Почти. Мама, что, мама? Я перемешаю. Что, вода? Давай, я перемешаю. А я все почти. Я с котом. Теперь я похожу. Ай, блин. А у меня по... О! Опять динь-динь-динь! Колбаса как вышла. Так, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, всем пока. Пока. Кстати, в следующем видео я покажу вам, как сделать только боковой лайфхак, либо на кровати можно сидеть. Я сниму коротенькое видео, если вы подпишетесь и поставите лайк в этом видео, то я покажу точно. Мы следим за вами. Следим. Сидим. Слушай, Иван, давай прибор. Давай. Иван! Иван, давай кидать слаймы в чашу. Давай. Так что мы решили поменять чашу. Давайте кидать, продолжаем кидать. Бегаешь. Есть! Если понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!